Понимаете, это продают, волшебная таблетка. Возможно, не надо действительно обманывать ни в коем случае человека, но вы можете использовать этот эффект. Вы можете пользоваться знанием психологии и понимать, что человек всегда будет ждать волшебного, вот этой волшебной таблетки. Он все равно будет верить в чудо. Даже если взрослые люди не признаются, что они верят в чудеса, они все равно втайне верят в чудеса. Я точно это знаю как специалист по исполнению желаний, как специалист по этому тренингу. И всегда остается вот эта маленькая вера в Деда Мороза, в чудо. А вдруг я завтра проснусь и правда похудею? А вдруг я там сейчас вот куплю, там, не знаю, лампу какую-нибудь там, вот эту ионизирующую, которая полностью берет все машины, да, все машины там пропадут, и воздух станет чище в нашей комнате, там еще что-то. Вы понимаете, ну верят, но это продает, ну вот куда деваться, это продает, вы сами вспомните, что вот купив эти волшебные суперстельки, ваша походка станет легкой, вас обязательно как-то влюбится, как только увидите, как вы делаете. Я сама так рисовать хотела. Придут рисовать, они будут рисовать, они станут художниками, они научатся шить платья волшебные, они научатся там делать игрушки своими руками. Понимаете, отчасти это правда, то есть вы не обманываете, правда, отчасти это действительно правда. И если человек продолжит что-то делать в этом направлении, он действительно добьется тех успехов, которые вы ему обещаете. Но, к сожалению, 90% людей, которые приходят на тренинги, мастер-классы или еще что-то, они просто прослушивают это, так же, как, возможно, вы сейчас слушаете этот курс, и ничего не делают, продолжают ничего не делать. Но если вы будете делать все, о чем я говорю, и делать это очень последовательно, то я уверена, что у вас получится очень большой результат. То есть вы добьетесь, там, не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч в месяц. Но это буду я уже рассказывать на линейке психологических услуг и про деньги, в теме про деньги. Итак, вернемся. Что еще должно быть в тексте? Обязательно смотрим на упаковку. То есть как упакован текст, и смотрим на ошибки. Обязательно орфографически проверяем текст. Ну, запустите просмотр, дайте кому-нибудь почитать, просто чтобы человек проверил хотя бы на орфографические ошибки. Посмотрел вообще, насколько длинные у вас предложения или короткие предложения. Обратите внимание на то, чтобы в тексте не было каких-то супер-пупер профессиональных терминов, потому что вы пишете для вашей целевой аудитории. Обратите внимание на то, что предложения короткие. Не надо делать очень длинные предложения, замысловатые, с причастными и причастными оборотами, потому что они очень сложно читаются. И есть такие предложения, как начав читать, которые я забываю уже в конце, я уже забываю, о чем было начало предложения, теряю мысль. Вот. Возможно, тексты интересные, люди умные, просто, к сожалению, да, воспринимаются достаточно сложно, особенно вот в наш век такого большого потока информации. Кроме того, привлекает внимание необычность. То есть вырывает из транса что-то необычное, то есть любой текст, который необычен. Вот знаете, в инфобизнесе они очень рассказывали тоже такие примеры, когда к конвертам, которые были вот, ну, рассылаются просто вот в качестве рекламных материалов, цепляют прям вот две там одноцентовые монетки, прилепливают прям, представляете? Ну, то есть это необычное, это привлекает внимание. То есть любая необычность, она выводит человека из состояния транса. На конверте там прилепленное что-то там, какой-нибудь розочка или какой-нибудь цветочек, присланное приглашение.